Вы вообще представляете, что ребенок изучает по математике в первом-втором классе? Он каждый день ходит, у него каждый день математика. Каждый день. Потому что сложно. Потому что дико сложно заставить через слова воздействовать на значение. Вот вам говорят, например, перестань раздражаться, это вредно. Хорошие слова-то. Логично. Улавливаете? А тут как-то все наоборот, хочется это убить, да? Вот особенно того, кто это изрек, эту все. Потому что здесь-то по-другому все локализуется.